В Ленинском городском округе произошел пожар на складе, расположенном между деревнями Дрожжино и Боброво. Его заснял один из очевидцев на смартфон. Чрезвычайное происшествие нам прокомментировал старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Иван Кузьминов. 31 марта 2020 года в 6 часов 28 минут на пульт диспетчера 28-й пожарно-спасательной части поступило сообщение о пожаре по адресу Московская область, Ленинский городской округ, деревня Боброво, дом Владимир, номер 49. Через 17 минут пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту пожара. Ими было установлено, что происходит горение трех автомобилей и деревянных поддонов на площади 400 метров квадратных. Тушение пожара происходило по повышенному рангу 1 бис. На тушение было задействовано 6 единиц техники и 27 человек личного состава. В результате пожара огнем уничтожены 3 грузовых автомобиля, сгорели поддоны на площади 500 метров квадратных. В настоящее время проводится доследственная проверка по факту произошедшего пожара. Причины устанавливаются. Также Иван Кузьминов сообщил, что с 30 марта 2020 года на территории муниципалитета введен особый противопожарный режим, который подразумевает запрет на разведение костров, мангалов, сжигание травы. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность в соответствии с статьей 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде штрафных санкций. А в случае, если нарушение требований пожарной безопасности повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или гибель, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии со статьей 219 Уголовного кодекса Российской Федерации.